Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом предоставления налогового вычета по НДФЛ при внесении дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы и видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда за лицо, другое, третье лицо вносило дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. И возник вопрос, можно ли в такой ситуации получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, который предусмотрен статьей 219 Налогового кодекса. Отвечая на данный вопрос, во-первых, Минфин указывает, что в соответствии с федеральным законом, который регулирует вопросы, связанные с внесением дополнительных страховых взносов, такие страховые взносы могут осуществлять как сами застрахованные лица, так и их работодатели. То есть возможность внесения дополнительных страховых взносов третьими лицами не предусматривается. Второе, на что указывает Минфин, это то, что для получения социального налогового вычета по НДФЛ в связи с внесением дополнительных страховых взносов необходимо, чтобы налогоплательщик представил документы, которые бы подтверждали его фактические расходы на уплату таких страховых взносов. Исходя из этого, Минфин делает общий вывод о том, что налогоплательщик, который вносил дополнительные страховые взносы в пользу третьего лица, не сможет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Исходя из рассуждений Минфина, можно также сделать вывод, что социальный налоговый вычет в такой ситуации не получит и лицо, за которое вносились дополнительные страховые взносы. Таким образом, физическим лицам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!